еще раз не надо. Да, пожалуй, дорого сейчас не купил. А будем вытаскивать площадочку нашу, засела. Привет. Дорогу открыли, сейчас поедем. Вот площадка наша засела сейчас. Попробуем вытаскивать, копали, бесполезно. Стекло не сыпка? Да, да, смотри, вот стекло. Это чашка, если сейчас попадет. Да, я выброшу. Нет, там крышка одна была. Не-не, было привет, там привет. Стекло, цепануло. Да, будем вытаскивать. Там под это, да, потому что сейчас эта чашка порежет колесо. Будем трактором пробовать вытаскивать. Стекло нашли выбросить подальше. А, посмотрим, как белорус вырвет, не вырвет нашу площадку. Меня вытолкнули с обочины. Тоже с помощью. Вторая площадка. Я там посреди дороги. Человек сейчас трос взял. Сейчас будем пробовать вытаскивать вольвочку нашу. Солнышко пригрело, колесики сели. Посмотрим, возьмет ее тракторок или нет. Кому актуально, дорогу Бахты Таскескен открыли. Ученик ученика его это делал. Вид такой у него агрессивный. Посмотрим. Так, трос притащили сейчас. Будем пробовать. Будем пробовать. Дойду со стороны в сторонку. Так. Сейчас белорус попробует тащить площадочку. Ну, трос хороший. Пошел, пошел, пошел. Салам, салам. Поканчи. Да не, без вариантов, наверное. Вряд ли белорус сможет дернуть его. Не получается сдернуть площадку. А, белорус легкий, не может. А в бок надо тянуть. Там и в бок ее не вытащишь. Он уже колесами сел. Провалился. Привет, доброе утро, значит, привет. Да, наверное, без вариантов. Пробовали подсыпать уже. Песок, залу бесполезно. Снега вот столько здесь. Вы где? Маканчи. Давай, 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 белорусик. С блокировочкой все равно никак не получается сорвать. Наверное. О, пошел, пошел, пошел. Выходит, выходит, выходит. Выходит, выходит. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. Давай. Блин, чуть-чуть эту раскачечку, вот капельку ему нужно, чтобы сорваться. Моя машина вот стоит, вон я на аварийке, меня тоже с обочины вытолкали. Откапывался, я поставил посреди дороги пока на аварийку. Давай, давай, красавчик белорус, сейчас вырвет. Сейчас вырвет, давай, 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 стоп, что он там? Давай! Пошел, пошел, есть, все, сорвал, 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 красавец. Сорвал, все, сорвал. Есть, 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 все, сорвал машинку. Красава. О, сила.
Беларусь — это сила. Беларусь — это трактор, а не Беларусь. Я не говорю про страну, я про трактор говорю. Красава, красава. Вырвали, подсыпали завод, капывали. Вырвали, красавцы. Видел, у нас возле дома под колесо сыпят снег и ложат коврик, чтобы выехать. А под такую машину это бесполезно. Сейчас будет пробовать площадка сама выходить со снега. Там уже, в принципе, его сорвали. Сейчас должен пойти под своим весом. Тебе надо гидом быть, очень интересно слушать. Так, что от белорус там? Сейчас отъедет, посмотрим, площадка пойдет сама или нет. А мы вот пока выстроились, все, машины с той стороны пошли, значит, дорогу открыли. Так, ребята, кому актуально, дорога Бахты, Таскискена открыта. Вот машинки пошли уже навстречу нам, значит, можно и нам в ту сторону двигаться. И лучше выезжать, потому что вечером опять передают снег и дождь. Может быть, хоть куда-то доедем. Приветствую всех, привет. Сейчас посмотрим, выскочит или нет. Так, а, он сейчас еще пойдет, там еще двоечка. Ну, это Дженси, кто не знает, сидит. Вот он засел там. Вон моя машинка стоит. Сколько градусов? Сейчас тепло. Наверное, плюс 2. Будем пробовать сейчас стартовать. А ты пробовал, ты сам выехал? Так, проверим сейчас. Ты сам выехал? Сам выехал? Ты сдернулся, да? Что, будем наших стоять ждать или пойдем? Пойдем, я понял. Привет из Кыргызстана, привет. А чем тебе страна Беларусь не такая, мне как кто-то трактор? Кто-то звонит, на твоем прямом эфире сидит. Да? Можешь привет передавать. Всем привет, Маканчи. Это где Маканчи? Абайская область. А, назад потихоньку в ямку не спрыгни. Не может выйти пока. Давай, 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 красава. Пошел, пошел. Пошел, 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 пошел. Давай, 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 давай. Все, выскочила площадочка наша одна. Так, сейчас там вторая здесь. Давай! Спасибо всем! Сейчас попробует вторая выскакивать. Так, моя машинка вон впереди. Сейчас побегу к ней и поедем. Давай пробуй выскакивать, посмотрим, если выйдешь или нет. Пока далеко уходить не будем. Салам алейкум, салам, салам. Выскакивай, потом посмотрим. Так, площадка вышла. Вес у него тут тоже такой хороший, конечно. Сейчас будем смотреть, скамеечка выйдет сама или нет. Там тоже хороший вес. Так, и уже потом будем трогаться. Привет, Кыргызстан. Удачи вам, спасибо. Так, там он уже копейка едет. Все знают ее как премум. Блин, я там машину не очень хорошо поставил, но у меня тоже вариантов особо нету. Так, сейчас подождем, чтобы выехал этот. АПС. АПС. Нормальная фирма у нас, не шарага. Каждому свое. Так. Что надо спросить у копейки, как там дорога? Бля, ну ладно, пускай едет. Пускай, пускай, пускай едет. Давай, газу, пошел, пошел. Да, тут каша, он не тронется потом. Без Беларуси, да. В Казахстане, да, сейчас в Казахстане. Да, посмотрим, он выскочит тогда и попрем. Пошел, 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 пошел. Тебе может вперед протянуть немножко? Все, он выскочил. А, все, выскочил, да? Все, отлично, так что, пошли тогда мы? Да. Все, ребята, и мы стартуем, сейчас вот такая вот каша. Да, 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 мы потихоньку на 15 тогда все переходим. Так, сейчас будем стартовать. Так, где вот моя ласточка стоит? Вот я копался, выезжал. Бежим, 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 бежим. Так. Копеечка идет. Сейчас спросим, как там... А, останавливать не будем сейчас, в принципе. Копеечка пошла. Моя ласточка стоит. Так.
Копейка проходит аккуратно. Так, садимся. Опа. Опа, опа. Так. Заводим ласточку. Так. Потихоньку будем пробовать тронуться. Неисправность ЕБС. Начинается. Копейка, как там дорога вообще с парной гонзы? Как вы там ехали? Нормально, начали чистить, поэтому должен идти нормально. Ну, петушины я буду до этого, до города, до первого. Что-то полпанели у меня загорелось. Так, ничего себе. Нормально. Пробуем глушить. Да. А вы куда, на доске едете? Да, что там, чувак? Что это такое? Не знаю, там засыпано велорад. Полпанели загорелось. Прямо почти на досках, может быть, и снег поехал развернулся. Что-то у меня... Подожди, что-то у меня тут пол панели загорелось. Полностью все неисправно. Что-то с электрикой. Сейчас попробую на минутку массу выключу. Ну, вообще заглушить, там круче и обратно ключ стал зажигание. Попробуй так, должен помочь. Сейчас попробую массу выключу. Что-то у меня, ребята, неполадочки. Я слышал, что говорили. С машиной. Говорили. Так. Что-то не то. Ну, а ты сказала, что, блядь, засыпана вроде как дорога. Ну, погнали, позовем там. О! Все пропало, можно ехать. А, неисправность камеры переднего обзора, это ерунда. Все окей, поперли. Ну, я не знаю, я не поеду между озер. Это, а эти, которые 8 машин, ты говорила, идут, и они куда? Она тоже на достык или домой некоторые? Они домой идут. Мне у них полярки взяться, там на заправке отдать, блядь. Короче, вот сейчас вот люди мне пишут, после Аягоза на Колботау все стоит. Копейки спрашивала. Ну, это после Аягоза. А до Аягоза, говорит, нормально после Уржара. Если смотри, АПС, Вова, я отстану, трос отдам Транскому. Давай, мы потихоньку будем катиться. Телсик, трогайся, потихоньку покатились. Дистанцию близко не держать. Телсик, принимаешь, трогайся, покатились. Да, раздеться надо. Я же не тронусь потом. Нет. Все, три проблемы. Так, я потихоньку покачусь, вы догоняйте, что я не тронусь. Так, ребятки, сейчас, наверное, уже и связь будет пропадать. Все, короче, ключик достал, массу выключил, включил, ошибочки ушли. Так, всем удачи, будем ехать потихоньку. Ни гвоздя, ни жезла, спасибо.